Попробуйте играть чуть потише. А Константин красил вас. Ну, давайте чуть ближе, да? Отвечайте. Ладно. Тогда Василий Акимов скатывается, а слово предоставляется Александру Чернышову. Он представляет тоже... У всех есть группа, проект, но сегодня в основном все в одиночку играют, так что можно как-нибудь помогать, если сами захотят. Да, кстати, имеет смысл, пока я приблизу, на дорожку пробовать. Как сказал, у всех есть... Вспомнилась фраза из песни Гребенщикова. У всех есть дело, нет времени, чтобы заняться им. Группа «Шляпа из ветра». Песня называется «Оставь себе». Порой от щедрости твоей меня бросает в дрожь. Среди врагов, среди друзей, что можешь, отдаешь. Среди врагов, среди друзей, что можешь, отдаешь. Оставь себе хоть что-нибудь, хотя бы медный грош. Я сам бы, если б мог, платил широкою рукой за ужин, за любовь, за смех, за дружбу, за покой, за ужин, за любовь, за смех, за дружбу, за покой. Я, правда, много задолжал, но мне еще другой. А ты швыряешь там эту на ветер и на снег. А следом дворники идут, усердны как на грех. И не оставят ничего, хоть ты платил за всех. И не оставят ничего, хоть ты платил за всех. А для себя ты не припас ни силы, ни земли. И те, кто вышел в добрый час, тузы и короли, они жалости тебя судили, чем могли. Они жалости тебя судили, чем могли. Порой от щедрости твоей меня бросает дрожь. Среди врагов, среди друзей, что можешь, отдаешь. Оставь себе хоть что-нибудь, хотя бы медный грош. Оставь себе хоть что-нибудь, хотя бы медный грош. Но она совсем не про траву, конечно. Я помню, я в 2003 году спел в клубе в одном, и ко мне подошли такие ребята, ну, такого неформального вида, совсем неформального, сказали: «Братишка, спасибо за траву,